Мы самые крутые парни в Осантисе, потому что мы Альфа-Патруль. Всем привет, друзья, с вами спикер и подразделение Альфа-Патруля. Смерть и Рурун. У нас есть такой грузовичок, уже будем выезжать на таком грузовике на свои вызовы. Хорошо, ребята, против нас будут только террористы, никаких преступников. Мы будем всех только убивать. Ребята, загружаемся. Сегодня у нас первый вызов и ограбление банка. Ребята загружаются, у нас всего четверо. У нас четверо, преступников у нас будет около 100, возможно даже и 200. Хорошо, отметку я вижу, 2 километра 600 метров уже. Трафика у нас нету, так что мы проскочим довольно быстро. Интересно, как умеет у нас дрифтовать на этот грузовичок? Ух, навалив довольно хорошо. 120 километров, ух ты жесть. Вот тут хорошо, конечно, наваливает он. И управление, кстати, очень найса. Хорошо, у нас сколько? Интересно, как смотрится из кабинки? Ух ты да. Ну, ребята, готовы драть задницу террористам. А вы как там? Сидите уже, реально нервничаете. Хорошо, по отметке я вижу, осталось всего лишь 1,5 километра. У нас будет сегодня первый вызов, надеюсь, все удачно будет. И ребята останутся живых. Слушайте, реально, очень хорошо наваливает, практически 240 даже. О-о-о. Вот этот наш бронегрузовичок прокачиваем просто на ура. Так, ну что, осталось 900 метров, первый банк у нас уже. Конечно, будут террористы и особо опасным, и просто опасные. Так, блок налево, ух ты жесть, как же получился дрифт. Нормально. Ребята даже что-то маленько нервничают даже. Осталось 500 метров, практически приехали уже нашему банку. Так, не, проскочим наверх, наверное. И потом направо сразу же. Вот так, дрифтанем сразу. Ух, хо-хо, просто бачком. Осталось 200 метров до банка. Ну что, ребята, наш первый вызов, надеюсь, мы не облажаем. Вижу, сделали даже какое-то ограждение. Хорошо, выключаем сирены, поедем очень тихо. Да, сделали ограждение. Там, вижу, есть стоят тачкам. И вот наш банк. Второй вход, я вижу, второй вход на закрытый. Получается, тут главное. Хорошо, припаркуемся уже. Ребята, выходим же. Может, конечно, бросить газовую шашку уже. Все в порядке. Все четыре здесь. Хорошо, берем штурмовую винтовку. Надеюсь, там террористов не очень много. Ну, ребята, пойдемте разведуем обстановочку. Сколько у нас там получается террористов? Только главное аккуратнее. Ух ты жесть! Сколько как сразу тут, ребята! Штурмуем! Что происходит? Там меня кто-то ранит. О-о-о. Это жесть. Ребята, штурмуем. Ребят, уже нет наших уже. Вот так вот в рукопашку. Их реально очень много. Давай-ка газовую шашку, может, конечно, осколочную. Пошла осколочная. Сейчас будет жарко, ребята. Берем, наверное, все-таки автомат хороший. Ах, это мясо. Это у нас труп. Это у нас труп. Какие крики-то. Пускай сгорит. Хотя может добить его. Прям на линию огня вышел. Пусть, ребят, маленько покорят уже. И пойдем штурмовать. Какое хорошее начало у нас. Таксисты какие-то бешеные еще. Фу-фу. Ребята, реально загорается. Хорошо, берем газовую шашку. Бросаем эту газовую шашку. Не то, не то, что хотел. Нам нужна газовая шашка. Прям вовнутрь. Хороший бросок. Походу, едут пожарные. Хороший бросок. Выходит сразу же. Кувырок нужно сделать. Он готов. Походу, кто-то задыхается таки. Минус террорист. Сколько трупов-то? Наших сразу положим. Хотя можно вызвать еще парочку ребят. А ребятам мне нужно подкрепление. Вот так, парочку ребят. Сейчас пойдем штурмовать. Ну что, ребята, заходим вовнутрь же. Такие черные горящие тела. Гасите его. Наши загораются. Заходим быстренько. Ребята, прикрой. Ох, походу, еще главный тут у нас сразу же. Он готов. С другой стороны, меня, походу, никто не прикроет. Реально никто не прикроет. Ох, споткнулся, походу. Сколько их тут, а? Жесть, нужно отступать. Ребята, мы отступаем. Наших снова всех прижали. Наших снова убили всех. Хорошо, нужна еще газовая шашка, потому что их там будет очень много. Походу, там реально целая сотня. Сколько их-то вам? Курочек, уйду маленько в сторону. Хорошо, нужно еще газовую шашку. Можно даже самодельную гранатку кинуть. Ну-ка, Паша, самодельная граната. Ребята реально задыхаются. Так, где он, курочек? Сколько там трупов тоже собралось-то? Это была жесть. Нужно еще вызвать подкрепление.
потому что одному, походу, мне не справиться. Хорошо, вызовем еще парочку. Вот так, ребята, побольше можно даже сделать. Ребята, штурмуем. Походу, это наверху остались. Да, вернулись наверх. Уху, реально целая гора трупов. Вот это жесть. Обалдеть. Так, заходим уже на второй этаж. Сейчас прикрою, перед кто-то сделает. Они спускаются прямо к нам. Все чисто. Хорошо, я пошел на второй этаж. Ребята будут на первом. У меня тут все чисто пока что. Так, вижу террориста. С одного выстрела сразу же. Он готов. Я на втором этаже, если что, прикрою. О, сколько их там? Хорошо, зачистим, наверное, второй этаж, потом зачистим первый уже. Тут на все чисто. Хорошо, сколько там террористов-то? Походу, реально до стекла не пулей пробиваем и не сможем пробить. Можно, конечно, закинуть, наверное, туда самодельную гранатку, а хотя можно даже и газовую шашку. Ну-ка, где наша газовая шашка? Пускай ребята маленько позадыхаются. Побольше, главное. Хорошо, пускай пока они уже маленько подышат, а мы пойдем проверим, наверное, второй этаж. У нас, по идее, какие-то двери есть. Тут у нас все чисто. И есть какая-то еще дверь. Она, походу, заперта. Да, заперта. Хорошо, пойдем, наверное, с другой стороны. Можно с первого этажа зайти. Там какая-то перестрелка уже. Первый этаж у нас, походу, чисто. Нет, вижу, парочки еще остались. Первый этаж реально чистый. Сколько трупов-то? Реально, пули не пробиваем. Хорошо, бросаем туда газовые шашки, пускай ребята позадыхаются. Устроим газовую камеру. Так, ну по идее должно все это дело сработать. Но тогда побольше забросим. У нас есть два вида газа. У нас есть газовая шашка, у нас есть газ. Еще какой-то газ. Ну-ка забросим другой газ. Да, они задыхаются. Сейчас ребят подздыхается. Ну-ка, секундочку, походу они все-таки простреливают. Нет, реально не простреливается. Печаль, конечно. Хорошо, осталось только подождать, и ребят подздыхается. Хо-хо, реально задыхается. А этот газ покруче будет. Он какой-то такой зеленый. И всего лишь один сват остался. Походу готов. Тут уж пытается отстрелять. Ну-ка посмотрим, кажется, в углу один осталось. Ну-ка, давай прям газ в угол кинем. Да, один остался. Пускай маленько подышит. Вот так, три штучки, думаю, достаточно будет. И он уже мертвый. Походу террористов подкрепление. Ну-ка посмотрим, у нас появились красные отметки на карте. Да, нужно проверить, что это такое. Ух ты жесть, сколько их там. Берем снайперскую винтовочку и можно подстрелить. Ребята, прикрывайте меня. Там реально очень много бандитов-то. А где наши ребята? Должны, по идее, прикрывать. Как-то не очень-то прикрывать. Хорошо, мы сами справимся с этим. Я надеюсь, мы с этим справимся. Нет, наши пошли в атаку. И уже практически все полегли. Хо-хо, как-то не очень-то и умно поступили они-то. Ух, хороший взрыв-то. Да, от меня так очень много красных. И, походу, ребята меня решили окружить. Мальфа-патруль, мы, конечно, не будем никого не арестовывать. И будем сразу же убивать. Так обходит, вижу, с правой стороны нас. Он готов, и осталось всего лишь четверо. Еще один остался. Это тоже готово. Осталась последняя отметка красная. Ну, кажется, где-то далеко у нас. Нет, бежит в нашу сторону. Хорошо, проверим. Походу, какой-то главный. Должен прям за углом быть. А вот наш преступник. И он уже убитый. Хорошо, друзья, на этом мы закончим. Походу, был очень жаркий денек. И даже стемнело даже. А с вами был Спикер. Увидимся в других роликах. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.